паводок на уровне прошлого года ожидают в Увадском районе. Напомним, сезон поднятия рек 2017-го не принес особых хлопот. Вода в РТШ достигла отметки 10 метров 74 сантиметра. В этот раз специалисты прогнозируют похожую ситуацию, ведь зима была малоснежной. Тем не менее, здесь готовы к развитию любых ситуаций. Всего в Увадском районе 4 села могут быть подвержены подтоплению. Это левая сторона Увата, села Осинник, Алымка, частично Туртас. Все эти села у нас оборудованы противопаводковыми дамбами. На сегодняшний день комиссионно дамбы обследованы. Значит, созданы запасы грунтов. В случае, если ситуация будет связана с каким-то размывом или с разрушением тела дамбы. Критические отметки, например, для Увата – 12 метров 90 сантиметров. В селе Осинник 2 года назад была одна из самых сложных ситуаций. Река размывала дамбу, могло пострадать 70% населения. Проблемные участки, конечно, есть еще. Где-то идет понижение уровня дамбы, где-то идет подмывание дамбы, потому что вода же имеет свойство ломать грунт. Все дамбы района уже обследованы, готовы специалисты, техника, проведены беседы с населением.